Всем привет, это снова Джей. Я один, Понки нет, Понка спит дома. Вот Сарух тут рядом, она тоже спала, пока я ее не поднял. Сарух, все, ложись дальше. Не, как обычно, я пока ленюсь собирать, поэтому я взял шаблонную колоду, которую близы предлагали. Подношение Хитирку. Посмотрим, как ею играть. Как я понял, надо этого самого Хитирка разгонять, а потом просто забить себе полную руку этим Хитирком. Не стоило напрашиваться. Моя душа будет моей. Ну вот, нафиг ты мне тут нужен. Ага, все карты старые, новых карт что-то нету. Ну, кстати, да, вот тоже шаблоны колоды я так глянул. Там очень много старого. Ну и, скорее всего, Элем Джайна. Ну, почему бы и нет? У Элем Джайна сейчас все в порядке. Как он призовет мир Андроус. О! Это хорошо. Так, дух после того, как ваше существо руки. Может, это бесу даст сарсак? Хочется вот эту кинуть, чтобы дух еще был. Плюсовой. Ой, это значит, она и этих бафнет. Это хорошо. Вот, сейчас будет пятый ход, я смогу кинуть духа и двух вот этих. Ага. Кинул духа. И двух вот этих. На тебе лицо. Сейчас я просто получу этого Хитирка 1-1, и будет у меня полная рука 1-1. Ну, Джайна, чем ты нам ответишь? Чем ответит нам команда Пепси? Я сегодня не пью Пепси, поэтому я не в стане врага. Я пил чаёк, но он не закончился. Блин, да, и больше ничего нету рядом. Ну ладно. Буду изнывать от жажды. Задумался. Пуньк. О, прекрасно. Точно неплохо. Ну, погнали. Неплохо. Ой, сейчас они будут его бафать. Он будет. Раз, два, три. Как минимум три раза. Ну, ему еще надо поразбиваться об них.
Блин, ну это ДК Джайна. Сейчас она ДК собирает. Под конец. Поэтому я даже не знаю. Все равно поле надо отконтролить. Так киньте потом какую-нибудь волну огня. И что я буду делать? Прикольно будет его разогнать, просто ему убить. Так. И сейчас они оба будут его бафать. Освободи меня. Его можно просто разбафать, потом кинуть и убить нафиг. Собака. А может, ты сначала отработаешь, а потом умрешь. Сразу умрет. Четырнадцать. Неплохо. Освободи меня! Дело сделано! Ну, да. Ну, он сейчас может этого был. Хотя 14-16 тоже неплохо. Ну, правда, пока он меня все равно не спасет. Бояться, бояться нужно тех, кто ею владеет. Левая, да. Так, я тебе. Твоя душа принадлежит. Так. Ну отлично, 19-21, но у него 40. Что мне с этим делать-то? Конец близок! Твою ж налево. Еще и двух призвал. Ну да, двух ты я не убью. Правильно, убивай сам себе. Демон. У каждого свои демоны. Зачем меня призвали? Осмелился призвать лишь. Thank you.
Сейчас. Бэ. Так. Так не провокатор. И 24 хп. Не сработал, лок, не сработал. Не, этого, конечно, прикольно забафать, но эта колодочка как-то не так играет. Это только 21 ранг. Пипец вообще. Ну, короче, ну пока не ясно, будет ли он работать или нет. Пока его просто старый архетип разорвал. Или Мджайн. Причем без новых карт. Никому не избежать моего гнева. Твоя душа будет моей. Бафнул Дринейв. 4. 2-4-5 за 4 маны, это неплохо. Ну, рожка. У каждого свои демоны. О, заполняет вашу сторону. А, он поле заполняет. Если это можно просто бух, их ворох целый напризывать кучу. Главное забафать. У руку. Нехороший-то какой-то. Я кину ее обратно. Еще и второго кину. Так. Рагуя. Маевка. Не очень, кстати, арт. Маевку можно было, наверное, как-то и попав с ней. Лучше просто, чтобы она стояла рисовать. Не хочет мне демонов бафать. Удивительно. Восхитительно. Интересно. Да. Ну, пыли ничего нету. Прошу, о, отлично. Есть обо что разбиться. Удивительно.
Ну ладно, сделаем так. Ох, 2-6-6 за 3 маны, да. Сейчас такой я ему 5-6 накидаю. А потом 2-6-6. И что он будет делать с этим? Ну да, есть. То же самое было бы. Может быть, он даже паука бы просто сохранил. Этому парню конец. Па-бам! Пам-пам-пам! Пара-па-пам! Не, вообще прикольная колода, да, на забав. Но... Ну, пока не ясно. Ну, вот первый раз у меня что-то как-то не очень зашло. Ну, вперед, Рога. Сейчас, пух, верну все карты в руки владельцев. Исчезновение. Красота. Дай-ка я даже скриншотик сделаю. Так. Я тебя все равно убиваю. Так. Зачем ты подготовку на эту фигню скатил? Я сдаюсь. Конечно. Так, хорошо, зашла. Черная душа. Умираю, вспоминаю. Черная душа. Поиск противника. Блин, я все сладости съел, да? Мармеладки съел. Все съел. Есть куча булочек. Булочки. Полночка, прости. Я буду сражаться с честью. Моя душа будет... Надо двух бафнуть. Как кто? Опять не расслышал. Как кто дерешься? Тут хотя бы можно, в принципе, когда у тебя дух на столе, бездумно всеми жертвовать. Не так сильно обидно будет.
7. Ну все, ладно, крич как-то да. Не имеет смысла убивать. Так, что ты? А, установим здоровье в двойном момент. У каждого свои демоны. Надо лицо бить. Да не, ну просто палу надо зачищать. Стол ему надо зачищать на всякий случай. Он сейчас как тоже бафнет. О! Именно об этом я и говорил. Существо сможет атаковать в мой следующий ход. Бафнуть их еще что-то. Сейчас. Так, значит, мужчина не может меч и кипровать его, убить мне двух. Вы замечаете эту карту, и все чары на ней сохраняются. О как! Так. Пять. Ага, на три зимы надо кинуть. Освободи меня! Чего? Врата открыты. Вы раскопаете существо за 6, призывайте его с провокацией божественным щитом. Вот так, короче. Не божественный щит. Баф. Но лучше это все в одного выбивать, естественно, чем в двух. Камера, ты куда смотришь? И вот туда смотри. У меня там StarCraft. Ага. Собак. Услышьте меня. Так, книжку. Сколько это тоже просто. Нет. Сейчас еще раз на 7.
Он сейчас как бы пафнет, то есть гадон. Свет меркнет, но мы будем биться. А, блин. И вот тут мне как раз бы пригодилось уничтожение существа того, то точечное. А кого он бафать будет? Хильнулся, зараза. Блин, он меня этой херней просто зарубит. Короче, да. Надо выжить этот ход. Красавчик. О, услышьте меня. Свет меркнет, но мы... Он меня не убьет ли? 5. Не, не хватит. А мог всеми разбиться, а ей убить кого-нибудь другого и призвать тигра сверхурона. Блин, не хватает. Я прям с огнем играю. Его я не буду, естественно, кидать. Потому что мне эти 2 хп очень нужны. 3, 4, 5, 6. То есть 3 хп у меня остается. Ага. Окей. У каждого свои демоны. Oh!
что ты делаешь? А. Охереть! Блять, провокация. Что приказание? Ну, охереть просто. Бррр! Почему старый легендарка? Ну, она крутая, блин. Так, действительно, когда ты в топ-деке уже сидишь, ты ее просто кидаешь. Годзилла у тебя такая. Джимбим против нас. Начнется охота. Твоя душа будет моей. Вот вы в том деке хорошо. Или когда ты один баф. Кровопийца Булдан, ты прям сейчас очень нужен. Ну-ка бы баф не пишу, чтобы он на один, еще бы не 4 хп. И вас надо бафнуть. Ну ладно. Заадаптирован. Пустик старый. Собака. Ну, чтобы хоть еще одного кого-нибудь потратить. Это я спустил. Ну, охереть. Просто тупец. Сам стрелялся. Ха! Чё-то мне кажется, что я сейчас тоже садил. В этой колоде явно зачистки стола не хватает. Потому что если ты стол потерял, все, ты его не вернешь. Ну так получается, что сразу ты. Такая, на самом деле, спорная колода. Пока рано еще, на самом деле, говорить, что я только две битвы сделал ей. Ну, тут вообще, да.
можно не продолжать. На этот раз победа за тобой. Тут он прям вообще так мощненько меня загрел. В общем, все карты-то тоже старые, из новых дополняхи ничего. И это только 21 ранг. Что ж там дальше, какой ужас творится? Ладно, сейчас пока мне это будет устаиваться. Будет прям вообще... ужас какой творится. Так, ну что, у нас было два... А, три проигрыша уже. Свет дарует мне победу. Один победа и три проигрыша? А, нет. Так, маг проиграл. Кто-то выиграл. А, два поражения, а один нет. Давайте еще один раз. Чтоб наверняка. Надо его улучшать. Просто потом такой добивающий фактор. Кто-то ранен? Ах ты ж. Нехороший ты человек. Так улучшать. Карты всякие дропать будешь. Наверняка. Вообще нехороший человек. Освободи меня! Ну, хили ее дальше, а я тебе буду кабину разбивать. Собака. Ладно, я сам ее еще завалю. Нет, не завалю. Вообще. Прям злодей, злодей. Вообще не рентабельно, он мне вот эти две и скинет. Пипец, он клирика разогнал. И убить мне его нечем. Интересно.
Да, это колода прикольная, если взять стул, сразу и не отпускать. А если в противовес какую-нибудь газилу кинуть, тебе убить ее тупо нечего. Дринея у меня стоит. Кто-то ранен? Зачем меня призвали? Освободи меня! Да, я присылаю вот этого. Бух, полный стол Годзиллы, вам ДК. Шлёп! Командный дух, лучший дух! Злобный, злобный, злобный. Ну ты! А не убьет его? Сжег себе, да? Сжег. Сейчас разобьет мне кабель. В общем, не очень колода. Либо я ей как-то неправильно играю. Вот зомби! Я так хотел зомби! Бум-бан, зомби! Ну ладненько. О, у нас есть денег. Хирику. На еще один бустер. Так что давайте возьмем бустер. И на этом мы закончим. Физическая карта! Оп. Что ж? С вами был Джей, тестил подношение Хирику, как-то не захирикалось оно у нас, хирикали только нас, кроме одного раза. Ну что ж, посмотрим, как оно пойдет дальше. А пока, всем спасибо за просмотр, не болейте, не кашляйте, до новых встреч, пока-пока.